Очередной скандал, связанный с молодежными разборками. Накануне в полицию сообщили, что в микрорайоне Самал избиты 2 16-летних подростка. Выяснилось, что оба учащиеся первого курса технического лицея номер 4. По предварительным данным, телесные травмы им нанесли третьекурсники этого же учебного заведения. С потерпевших вымогали 60 тысяч тенге, но подростки не смогли найти такую сумму. Тогда их просто похитили. Когда они узнали, что мы не нашли денег, то усадили нас в машину и повезли на квартиру. Там стали избивать и пугать обрезом. Нам не оставалось ничего другого, как пообещать, что мы найдем деньги, а потом нам удалось убежать. Этим же вечером полицейские Абайского РОВД задержали подозреваемых. У них обнаружен обрез и травматическое оружие. Пока в отделе не дают никаких комментариев по поводу произошедшего, но обещают это сделать в ближайшие дни. По словам родителя одного из потерпевших, преподаватели лицея просят их не раздувать скандал и простить вымогателей.